Здравствуйте, друзья! Вот я дома у себя собрала грибочков, потом решила заснять и вам показать. Это луговые опята. Вкусный, очень вкусный грибок. Маленький, да, маленький, но очень вкусненький. Он у меня прямо вот в огороде, вот они растут. У нас была очень сильная жара и долго, недели 2,5, 3,35, 3,7 в тени. Ну, а потом вот 3 дня, по-моему, уже идут дожди и хорошие. И вот пошли луговые опятки. Вот. Я их вот так вот собираю после дождика, сушу, а потом, когда насушится... А как сушу? Прямо на столе разложила в кухне, и они высыхают за сутки. Они же маленькие. Ну, а потом складываю в баночку, насобирается, когда их достаточно, тогда можно их будет замочить. Они становятся, после высыхания, они становятся снова вот такими, нормальными, хорошими. И тогда можно будет пожарить, они вкусные и жареные, но очень вкусный из них суп. Вернее, не из них, а с ними. Очень вкусный суп. Суп, когда варишь, эти грибы, когда варишь, запах белого гриба, настоящего белого гриба. Очень вкусный запах, приятный запах. Ну, а я вот так вот собираю. Просто вот, видите, они вон даже вот отламываются. Просто вот я затронула, и он сам отломался. Просто они напитаны сейчас водой, так вот отламываются моментально головки. Вот. Вот такие грибочки. Они растут, ну вот в саду у меня растут. А так, раз называются луговые, то на лугу. Но они и в лесу встречаются, на опушках чаще. Вот. Ну вот сейчас расскажу, как он выглядит, покажу. Это какой-то плохой, вот, более-менее нормальный. Ну вот, смотрите, вот они, какие луговые опята. Очень широкие, редкие, чуть кремового цвета пластинки. Ножка тонкая, жесткая, полая. Шляпка, видите, шляпка. Ну, темнее, конечно, пластинок. Темнее пластинок. Вот. И есть дополнительные пластиночки, видите? Вот, есть дополнительные пластиночки. Но его очень легко узнать. Ну, на мой взгляд, как я его знаю, так его очень легко узнать, этот грибок. Когда дождь, вот он так выглядит. А когда нету дождя, он высыхает. Прямо на корню высыхает. Потом идет дождь, и он снова становится вот таким. Но они и жареные вкусные тоже. Поэтому я вот насобираю, потом высушу. Ну, чтобы насобирать уже достаточно или на жаренку, или на хороший такой суп. Луговой опенок. Абсолютно съедобный гриб.